Сегодня в Российском университете дружбы народов прошел второй полуфинал внутреннего кубка КВН. На сцену вышли 4 команды – Соединенные Штаты Осетии, Цветник, сборная юридического факультета и команда «Исключение». Для всех участников КВН «РУДН» это первый шаг в мир большого юмора, а для всех зрителей это отличная возможность от души посмеяться. Начиналось все более 10 лет назад. Первая команда «Дети Лумумбы» громко заявила о существовании КВН в Российском университете дружбы народов. Поющая и танцующая сборная «РУДН», которая организовалась позже, собирала у телеэкранов многочисленных болельщиков. Команда в одночасье сделала «РУДНовский КВН» легендарным и очень популярным. Ни один вуз Москвы или другого, или какой-либо другой вуз не может похвалиться теми результатами, каких достиг Российский университет дружбы народов в области КВН. КВН – это событие, которого ждут всегда. На полуфинал всеми любимой игры пришло много гостей, среди которых выпускники университета и знаменитости, и бывшие участники сборной РУДН, которые возлагают на эту игру большие надежды. От сегодняшней игры, на самом деле, жду КВН, прежде всего, потому что в последнее время, что по телевизору, что еще на каких-то мероприятиях, КВН немножко поменялся, он превратился просто в юмор, просто в какую-то немножко самодеятельность. В полуфинале встретились разные команды, опытные и те, кто только начинает играть в КВН. Каждая команда шутит на свой лад. Женский юмор, юмор с национальным колоритом. Студенческие шутки, каждый найдет то, что его рассмешит. Безусловный фаворит этого сезона – команда «Цветник». Участница этого коллектива Юлия Лосева в прошлом году была признана лучшей актрисой КВН, подняв «Цветник» на новый уровень. В этом году Юля остается главной претенденткой на это звание. От «Цветника» не отстают США. Исключение сборной юридического факультета играли первый сезон и уже попали в полуфинал. Для них это хороший старт. Возьмите, к примеру, команду «Пирамида» из высшей лиги или, например, первый состав сборной РУДНа Сангаджи, Ашота, Арарата, которые сейчас задействованы в таких грандиозных проектах, которые управляют и руководят. КВН – зеркало студенческой, общественной и политической жизни. КВН объединяет, учит и создает настроение. С каждым годом шутки становятся все лучше. Все 4 команды – достойное будущее КВН РУДН. Победу присудили США. Почетное второе место занял «Цветник». Но все команды уже достигли огромных высот и получили бесценный опыт. Конечно же, опыт, приобретенный в игре КВН, он неоценим. Потому что самое главное в нашем университете – это атмосфера и образование. Учитесь и впитывайте эту атмосферу, и из вас получатся настоящие люди. КВН в Российском университете дружбы народов – легенда. Самые талантливые, красивые, веселые и активные молодые ребята смешат и радуют всю страну. На их игры стоит прийти и посмотреть, ведь смех продлевает жизнь. Баранова Светлана, Борисова Женя, Лосева Юлия, Мельман Юлия, Миронов Георгий. Новости ТВ РУДН.